Что же означает Божий суд? Апостол и евангелист Иоанн Богослов говорит буквально следующее. Суд состоит в том, что свет явился в мир. Ибо делающие зло ненавидят свет и не идут к свету, чтобы не обличились их дела. А поступающие по правде идут к свету, чтобы дела их были явлены. Судом является присутствие Бога в человеческой истории, в нашей жизни. Это значит, что свет Христов, свет Евангелия для каждого должен быть неприходящим мерилом, самым устойчивым и вечным критерием, применяя который человек способен отличить добро от зла, а правду от лжи. Суд Божий совершается и совершится не только в конце человеческой истории. Он совершается в каждый момент времени. Пусть Господь каждому из нас поможет понять, в чем состоит Божий суд. И в соответствии с этим пониманием так устроить свою жизнь, чтобы иметь надежду на страшном судище Христа, Бога нашего, обрести стояние одесную Его славы, обрести возможность быть сопричастным к свету Его божественного царства. Аминь.